Здравствуйте, мои необыкновенные, благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, что он хочет вам сказать, передать в эту секунду. Что карты путает. Идет трансформация. Он говорит, да, моя трансформация происходит очень медленно. Но все-таки, знаете как, карта Пентаклевого рыцаря медленная, но эта карта все-таки движение. Да, он говорит, я понимаю, что все происходит медленно. Да, я понимаю, что не так быстро, как бы ты хотела, не так быстро, как бы и я хотел, но тем не менее, что? Но тем не менее, знаете как, развиваясь, вот благодаря тебе, вот не думай, если ты меня не видишь, если ты не видишь моего появления, проявления, не думай, что я не думаю о тебе. Ты постоянно находишься в моих мыслях, даже если ситуация сейчас между нами очень двоякая, поверь, все решится самым наилучшим образом. Я дам тебе знать об этом, я появлюсь, я проявлюсь в твоей реальности. Ну что же, согласны? Принимайте, ставьте лайк, пишите, принимаю, благодарю. И непременно подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.